Привет, дорогие зрители! Сегодня прекрасный осенний день. Для того, чтобы приехать на участок, немного навести порядка после заливки бетона с миксера и заодно рассказать вам маленькую строительную хитрость, о которой многие не знают. Я и сам, честно говоря, когда это узнал, был немного удивлен, что так вообще можно было делать. Сегодня я хочу вам рассказать, для чего я вот здесь вот в фундаменте оставил торчащим вот этот штырь арматуры. Здесь может быть не только арматура, здесь может быть в принципе любой другой кусок металла. Это может быть и полоса, это может быть уголок. Только главное, чтобы он был массивный. И этот штырь — это не что иное, как заземление. Если вы считаете, что пускать заземление на фундамент нельзя, и это каким-то боком опасно, то почитайте строительные нормы и правила, которые разрешают использовать фундаменты зданий и сооружений как естественные заземлители. Контур заземления можно проверить тремя способами. Самый простой — это с помощью лампочки, более продвинутый — это с помощью мультиметра, и самый нормальный, самый адекватный, но дорогой и его сложно найти — это специальным измерительным прибором, который измеряет именно сопротивление контура заземления. Буду испытывать свой контур двумя способами: с помощью лампочки и с помощью мультиметра. Проверяем 100-ваттную лампочку. Лампочка горит. Теперь с помощью проводка. Здесь у меня фаза, здесь у меня 0. Проверяем с помощью лампочки. То есть 0 берем с контура заземления, фазу берем из сети. Если лампочка загорится и будет гореть примерно с такой же яркостью, как горела в патроне, значит, контур заземления пригоден. Горит ярко. Теперь проверяем мультиметром. Сначала замеряем, сколько у нас в сети. (238, 237, 239). Теперь оставляем фазу, а ноль берем со штыря. Нет, ничего не происходит, значит, это не фаза. Тогда пробуем здесь. 235, 234, 238, 237. О, 238. Это, в принципе, абсолютно то же самое напряжение, что из сети. Проверяем еще раз сеть. 239, 238. Проверяем штырь. Ну, в принципе, отклонений, не знаю, 1 вольт отклонения. Так что, ребята, в принципе, таким простым способом вы можете сэкономить неплохую сумму денег для того, чтобы не делать отдельный контур заземления. То есть фундамент, в принципе, все делают из армокаркаса. Ничего сложного нету, это практически бесплатно взять, ну, метр арматуры, привязать его к армокаркасу вашего фундамента. Можно приварить, но приваривать нежелательно арматуру, лучше привязать все-таки. И, ну, практически за бесплатно вы можете получить контур заземления, чтобы не делать его отдельно, не копать. Конечно, померив, допустим, сопротивление нужным инструментом или хотя бы мультиметром, хотя бы лампочкой, если он не пригоден, то вы, в принципе, ничего не теряете. Ну, значит, просто отрежете эту арматуру и все. И сделаете себе отдельный контур рядом с домом. Но если он окажется пригоден, как у меня, то почему бы таким способом не пользоваться? И также хочу отметить, что у меня арматура во всем армокаркасе не сварена между собой, а именно привязана проволокой. Так что я изначально думал, что не хватит, в принципе, контакта для полноценного заземления. Но оказывается, что просто проволокой арматура к арматуре, и получился контур заземления. Надеюсь, друзья, что это видео было для вас полезным. Возможно, кому-то сэкономит неплохую сумму денег для того, чтобы не делать отдельный контур. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. Пока.